первостепенная задача бойцов МЧС – отработать вопросы, связанные с утечкой вредных ядовитых веществ, попадающих в акваторию реки, и с помощью различных устройств и приспособлений максимально минимизировать их распространение ниже по течению. Спасите! Прежде чем перейти к действиям, участники трансграничного проекта теоретически разработали порядок ликвидации химической аварии, связанной с разливом нефтепродуктов с использованием заградительных нефтесборных бонов. Далее следовал этап практической отработки навыка. В учебном кейсе, который отрабатывали спасатели, было поставлено сразу несколько задач. На кону стояла не только человеческая жизнь, но и условная угроза экологической катастрофы. По легенде, водное судно потерпело крушение. Произошла утечка 500 литров дизельного топлива. За бортом оказался человек. Первым делом водолазы-спасатели помогут утопающему, а далее отделение службы химической и радиационной защиты проведет сбор и откачку разлитой жидкости в специальные резервуары. Всего от МЧС Гродненского гарнизона в учениях приняло участие 15 бойцов и 3 единицы техники. Параллельно отработка тактических навыков спасателей проходила в Брестском областном управлении МЧС и в 2 комендатурах Государственной пожарной службы в Белостоке и Бялоподляске Республики Польша. Подобные учения позволяют определить, насколько бойцы МЧС готовы к подобного рода ЧП и как быстро и успешно оно может быть устранено. Производили спасение человека на реке Неман. Спасение прошло успешно. В данный момент была сложность только в том, что на данной реке сильное течение. То есть нам надо было для спасения, успешного спасения человека, надо было с этим течением, то есть справиться, выбрать правильную траекторию. Чтобы снизить риск возникновения различных чрезвычайных ситуаций, касающихся химических и экологических аварий, каждый из участников трансграничного проекта фиксирует свои результаты, а после по онлайн-связи происходит обсуждение отработанной отрядом тактики действий в предложенных обстоятельствах. К слову, как отмечают специалисты Гродненского областного управления МЧС, чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой для экологии, в последнее время не фиксируется. Но для того, чтобы снизить риск их возникновения, готовность к подобным ЧП должна быть всегда, тем более что Неман – река непредсказуемая. Выполнение задачи было осложнено тем, что на Немане довольно сильное течение, и боновые заграждения, которые мы выставляли для ограничения утечки, очень сильно сносят течение. Это было видно потому, как сорвало якорь, к которому они крепились. Но, несмотря на это, задача была выполнена. Проект международной технической помощи «Современные инициативы по повышению безопасности трансграничной области в случае экологических и химических катастроф» реализуется с 2019 года. Его цель – повышение уровня безопасности населения и окружающей среды на трансграничной территории Польши и Беларуси. Общий бюджет составляет более 2 миллионов евро, которые направлены в первую очередь на повышение уровня укомплектованности спасательных подразделений, а также на повышение уровня знаний и опыта спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках данного проекта нами приобретен коленчатый подъемник высотой подъема 46 метров, автомобиль повышенной проходимости, аварийное спасательное оборудование гидравлическое, а также комплект боновых заграждений для предотвращения распространения вредных веществ по акваториям рек. Установление такого тесного сотрудничества между спасательными отрядами Беларуси и Польши поможет наладить работу обеих служб и улучшит их взаимодействие при угрозе возникновения настоящих чрезвычайных ситуаций. Ольга Пранкевич, Андрей Шаповалов. Новости Грота Плюс.